Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Realme X50 Pro. Сейчас я покажу вам, как на этом телефоне включить режим ускорения, ускорить это устройство еще практически в 1,5-2 раза. Итак, вам нужно открыть приложение настройки, вы здесь вот окажетесь, затем спуститься вниз и выбрать пункт батарея. Отключить интеллектуальный режим энергосбережения, спускайтесь вниз и нажимаете высокая производительность, нажимаете включить. Нажимаете параметры энергосбережения, оптимизация на время сна должна быть у вас включена. Также расход заряда вы можете контролировать здесь, ну и настроить энергосбережение у разных приложений. Ну, по сути, вот и все. У вас включен режим ускорения, у вас сверху нарисован такой мини-спидометр, и в этом режиме ваш телефон будет, конечно же, раза в 1,5, а то и 2 быстрее думать и реагировать на ваше даже нажатие. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока.